Вот и новый день наступил. Очередная страничка летописи жизни. Каким он сегодня будет, мне неведомо и неизвестно. Но я вправе сделать выбор, каким хочу видеть этот день я, и двигаться навстречу желаемому. Выбор – это то, что отличает нас от всех остальных, сильного от слабого, влюбленного в жизнь, от плывущего по течению этой жизни. Пробудившись ото сна и первым делом поблагодарив эту жизнь за новый, прекрасный день, умываюсь остывшей за ночь в умывальнике водой, придавшей мне утренней бодрости. Спускаюсь к берегу Убы. За ночь, после осадков, вода в реке поднялась на метр-другой по береговой линии. Это значит, что броды стали еще глубже. Впору задуматься о важности наблюдения за погодой в путешествиях, особенно если путь пролегает через реки. Позавтракав и собрав рюкзак, отправляюсь в увлекательное путешествие, о котором до сегодняшнего дня не мог даже и подумать. Стальная винтокрылая машина легко взмывает вверх, поднимаясь на высоту птичьего полета. Отсюда открываются потрясающие виды на Убу и ее окрестности. В считанные минуты пересекаем хребет, покрытый пышными лесами, среди которых отчетливо выделяются остроконечные макушки вечно зеленых хвойных пород деревьев. С высоты они кажутся маленькими, а путь через хребет выглядит ничуть не сложнее пути по воздуху. Не прошло и 10 минут после взлета, как проворный геликоптер перемахнул через хребет. Высаживаюсь на берегу Убы, чуть ниже впадения в нее Убы Белопорожней. Вокруг тишина и спокойствие. Божья благодать. Каменистый берег Убы тянется в обе стороны на многие километры. Вдали возвышается макушка горы Порожная, высотой чуть более 1200 метров, за которой встречается Белопорожная с Убой. Вода в реке прозрачная, чистая. Видно каждый камушек на дне реки. Зачерпнешь полные ладони прохладной горной водицы, освежишь лицо и будто заново родился. Не хватит жизни человеческой, чтобы увидеть своими глазами места, подобные этому. Мест таких наберется несчетное количество. Одно дело – облететь их на вертолете, и совсем другое – пройтись ногами по горным и лесным тропам, постоять на берегу реки, наслаждаясь ее размеренным течением. От унесших меня куда-то вдаль и неизвестность мыслей разбудил звук подлетающего вертолета, резво скачущего по ущельям и поднимающегося выше облаков. Пора возвращаться в лагерь. Обратный путь пролегает над руслом реки. Огибая гору Порожная, Уба в этом месте сжимается каменистыми берегами в узкую ленту, перекатываясь белыми гребнями по огромным валунам. Излюбленные места поклонников рафтинга, коих за время существования этого вида туризма погибло на порогах Убы не один десяток. А вот и место встречи Убы с Убой Белопорожней. Четко прослеживается граница, образованная слиянием двух таежных речек,
До этого места еще можно добраться на автомобиле, но только по малой воде. В эту пору пересечь Убу вброд могут лишь экстремалы или местные жители на тракторах или лесовозах. Весной же в полноводье Убу и вовсе не узнать. Погода сегодня благоволит. Вернувшись в лагерь, занимаюсь бытовыми хлопотами. Развешиваю сушиться выстиранную вчера одежду, готовлю покушать. Впереди еще целый день, поэтому нужно как следует подкрепиться. Чищу лук, морковь, прокручивая в памяти утреннее путешествие. Приятные воспоминания, как чашка крепкого кофе, наполняют бодростью и энергией. Хорошо, когда никуда не спешишь, когда полон ощущения, что каждая проносящаяся мимо тебя минутка останавливается, чтобы ты смог насладиться ею сполна. От этого кажется, что время замедляет свой бег, что ты можешь им распоряжаться, хоть оно и не принадлежит тебе. По сути, так можно и нужно выстраивать всю свою жизнь, чтобы избегать спешки, суеты и, как следствие, излишних стрессов, так или иначе сокращающих наш путь земной. После трапезы, сделав небольшую прогулку до слияния Карагужихи с Убой, возвращаюсь в лагерь. С самого утра зацепилась в голове мысль, которая не дает мне покоя. А что я могу сделать для этого прекрасного места, ставшего мне за эти несколько дней таким родным и близким? В моих силах сделать то, с чем природа не сможет справиться в одиночку. Несмотря на то, что наша экосистема – это саморегулируемая единица жизни на поверхности Земли, не от всех факторов она способна себя защитить. Одним из таких факторов, составляющих при этом неотъемлемую часть экосистемы, является человек. Пожалуй, ни одно живое существо на планете не наносит такого ущерба природе и окружающей среде, как человек. Наделенный разумом, чтобы созидать, этот представитель живых существ, населяющих Землю, возвысил себя над природой и пытается ей управлять. Навести порядок в нашем общем доме под силу каждому. Увы, не каждый готов потратить на это свои силы. Выходит, что слаб и немощен тот, кто не в состоянии убрать за собой мусор, навести порядок и чистоту. Мы постоянно думаем, что нам кто-то что-то должен, при этом забывая про свой долг, который с каждым годом растет, как снежный ком, и недалек час, когда этот ком накроет все живое с головой. Небо вновь затянуло серыми облаками, будто по расписанию выползавшими из-за гор каждый вечер и создававшими ощущение приближающихся сумерек. Ближе к 6 часам сажусь ужинать. Отварная гречка – отличный источник белка и углеводов, проста в приготовлении и неприхотлива в хранении. Завтра ждет обратный путь. Немного грустно покидать этот уютный таежный уголок, расположившийся на берегу Убы, реки, с которой тесно связана история жизни староверов, скрывавшихся от произвола царских и церковных властей и нашедших защиту и кров на берегах Убы, расселившихся на всем ее протяжении в совершенно разных местах. Река дала приют, накормила и защитила, вписав в свою летопись ключевые даты и события из жизни гонимых хранителей старой веры, хотя по сей день не укладывается у меня в голове, как вера может быть старой или новой. Тихо вокруг, спокойно. Красуется вдалеке небольшая опушка.
Заходящее солнце дарит незабываемые кадры, окрашивая извилистую линию побережья в теплые яркие тона, которые кажутся какого-то неземного происхождения. Красота, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Собираюсь в обратный путь. С утра Уба встречает меня потрясающими видами, будто не желая расставаться, подбрасывает мне таежная речка все новые и новые кадры. Тяжело отложить в сторону камеру, ведь эта красота может продлиться лишь мгновение и более не повториться. За дни моего пребывания в этих местах успел я к ним привыкнуть. Хотя с Убой я знаком уже несколько лет, в этом путешествии познакомился с ней вновь. В этом путешествии она не похожа на ту Убу, которую я знал раньше. В этих краях она по-особенному красива и величественна. Пора завершать сегодняшнее повествование. Много новых мест открыл я для себя в этом путешествии, обрел новых знакомых. Впереди, дай Бог, ждет длинная дорога жизни, которая, петляя и извиваясь, без сомнения, еще не единожды приведет на берег Убы, реки царственного альпийского происхождения, рожденной у отрогов Алтайских гор и спешащей навстречу своему старшему брату Иртышу.